We're now in the approach phase. Everything looking good. 1-я площадь, самое сердце Москвы, столицы России. И здесь, буквально в нескольких шагах от Кремля, начинается главное направление деятельности ВТБ. Буквально несколько километров в этом направлении базируется баскетбольный клуб ЦСКА. Еще дальше, подмосковные Химки, а совсем далеко петербургский Спартак. Не стоит забывать и про аэропорт Шереметьево, который тоже в этом направлении, и оттуда можно добраться в любую точку на карте единой лиги ВТБ. Знакомство с Москвой начинаем прямо сейчас. История армейского баскетбола написана золотыми буквами. Титулы, награды, легенды и солидная коллекция трофеев. Даже болельщики со стажем не смогут назвать точное количество побед красно-синих. Но все знают, что Красная Армия – это бренд, а ЦСКА – это кони. Наверное, две вещи, от которых точно не стоит в брендировании и в позиционировании клуба избавляться – это ЦСКА кони, и ЦСКА это Красная Армия конь. Все мы здесь кони. Самое важное, это вот, наверное, вот эта часть экспозиции недавней памяти, да, Пражской Евролиги, Евролига Мадрид, 2008 год, а вот эти четыре кубка были завоеваны ЦСКА в прошлом веке, когда это еще называлось Кубок Европы среди клубов чемпионов своих стран. Вот. Это авторизованные точные копии. Самый, скажем так, трудноподъемный Кубок России 2007 года. Вот такая лапочка во всех смыслах, да. Я думаю, что, ну, килограмм 20, так на скидку она весит. Когда выиграли, была, ну, награждали. Я так помню, что не так просто было капитану поднять этот кубок. Такой титулованный клуб, как ЦСКА, серьезный раздражитель для любого соперника. Каждый баскетболист континента мечтает показать себя с лучшей стороны именно в противостоянии с красно-синими. И каждый раз, когда армейцы готовятся к матчу, они знают, легкой прогулки не будет. Есть очень много разных команд, которые играют быстро в баскетбол. Маленькие игроки и очень много пик-н-поп играют. И есть большие команды, которые очень физически играют под кольцом и подборы собирают. И против нас они будут играть всегда лучше, потому что они хотят показать, как они умеют. Мы будем играть в баскетбол, и это наша работа. И Мы рад, что очень много людей придет на нашу игру и смотрит, как мы играем. И, конечно, они будут стараться играть на полную силу, хочет обыграть нас. И это просто нормально. Мы все равно будем играть на 100% каждую игру. Десятки команд, сотни игроков, и все хотят обыграть ЦСКА. На карте Европы уже не осталось места, откуда армейцы не привозили победу. Выступать за эту команду, обречь себя на жизнь под давлением. Даже тренерский штаб старается держать себя в тонусе. У команды выходной, но тренажерный зал никогда не пустует. Ответственность и эмоциональная, и стресс, и нервная работа
Безусловно. Ну вот занимаемся, ходим, поддерживаем себя в форме, даем, так сказать, смену нагрузки, моральной, так сказать, физической. Это очень здорово. Держать себя в тонусе позволяет мыслительному процессу, память, так сказать, все на должном уровне. Для тренера это очень важно. Ориентируемся по результату, ориентируемся по тому, что нас ждет следующий соперник, когда планирование, оно идет, так сказать, сезонное, потом пик формы. Мы, конечно, стараемся адаптироваться, чтобы ребята, чтобы они восстанавливались, потому что быстрые ноги в современном баскетболе – это очень важный фактор. Универсальный спортивный комплекс имени легендарного Александра Яковлевича Гомельского. Домашняя арена баскетбольного ЦСКА. Здесь есть клубный магазин, офис, тренировочный зал, но главная гордость – раздевалка команды. Все условия для больших побед. Но при этом игровая площадка используется не только для баскетбола. Разные мероприятия и соревнования заставляют баскетбольный клуб собирать и разбирать арену едва ли не полностью. Баскетбольный паркет бережно собирается и разбирается на каждый матч, а хранится в специальной комнате, где всегда поддерживается определенная температура и влажность. Для организации одного домашнего матча ЦСКА на работу выходят десятки людей различных профессий. И все заняты тем, чтобы 12 баскетболистов могли думать только о победе. Так, цифры, навскидку, вот подготовка арены к матчу – это 15 человек. После двух вечерних тренировок, тренировки ЦСКА и тренировки команды соперника, в течение порядка 5 часов готовят арену из ее ныне существующего вида. Они переносят, чтобы быть точными, 85 паркетных досок весом каждая, которая 15 килограмм. Таким образом, за подготовку к матчу, монтаж и демонтаж ребята переносят, ну, практически 26 тонн паркета вверх-вниз. ЧОП, который охраняет ЦСКА ежедневно, ну, это там 6 сотрудников два входа, Белпродакт, на самом деле действительно 50 человек. Чем интереснее, по-моему, тем интереснее всем, и болельщикам, и сотрудникам офиса. Нынешний сезон для армейцев складывается непросто. Жальгирис дважды обыграл принципиального соперника, отодвинул исторического оппонента на вторую строчку в регулярном чемпионате. Но плей-офф уже стартовал, и армейские болельщики вновь рассчитывают на триумф своей команды. Только желающих отобрать титул у ЦСКА с каждым годом меньше не становится.